Vive encantado de amor. Антонио. Да, Мария. Помнишь, у нас была служанка Хуанита? Помню, помню, она была у нас вчера. Так вот, еще она будет у нас сегодня. Прекрасно. И к чему ты рассказал это мне, солидному человеку, который сейчас занят плеванием с балкона на этих негодяев-прохожих? К тому, что завтра день ее зарплаты. Давай уволим ее сегодня. Зачем? Чтобы не платить ей денег. А кто же тогда будет у нас убирать? Она же. Мы возьмем ее на работу через 2 дня. А она согласится? Ну, конечно, ведь мы же с ней уже 12 лет так поступаем. А почему она каждый раз возвращается? Ну, во-первых, потому что ей приятно работать у порядочных людей. У каких? Ну, у нас с тобой, Антонио. А, да, ну да, а во-вторых? А во-вторых, у нее отшибла память, когда она 12 лет назад пыталась вспомнить, что произошло в 164-й серии сериала «Страдания Мигеля» по Розе, Лауре, Кончите и еще 842 женщинам. И теперь каждый раз она приходит к нам как будто заново. Тебе не кажется, что мы поступаем непорядочно? Ну что ты сейчас сказал, Антонио? Да бред. Даже не ожидала услышать это от тебя, солидного человека, который сейчас занят пририсовыванием фотомоделей в журнале «Рогов». Мы же даем ей работу. Да. Знаешь, сколько сейчас безработных? И потом, ей есть где проводить 12 часов в день. А так бы ее могли украсть или изнасиловать. Ребята в подворотне могли бы научить ее нехорошим словам. Согласен, Мария. А так это все можем сделать с ней мы. В смысле, давай так и поступим, Мария. И дай мне телефон, позвоню в полицию, скажу, что в оперном театре бомба. Пусть не расслабляются. Ага, да-да-да, я придумщик такой. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.